Значит, поступил большой для меня в данный момент заказ. Он не заказ, а просьба. Не знаю, как кто может сделать. Значит, мне надо сделать до 1 июня. А сегодня у нас какое число? Сейчас мы посмотрим. Сегодня 5, 6. 6 апреля. То есть у меня где-то примерно 2 месяца есть. Может, чуть меньше, чуть там плюс-минус несколько дней. Надо сделать, значит, 5 бердышей разных типов, разных видов на семнаху. Значит, 5 разных пик копий там, ну, от рогатин и всевозможных там, тоже разных. Значит, муляж мушкета, муляж, вот, он стрелять не будет, просто будет красиво висеть на стене. Вот, клевец один, тоже будет такой антуражный, ну, чисто. Это все на стену пойдет, это как матбаза. 2 бериндейки, то есть коклюшками по возможности. Это опять попросили, но это и 2 натруски. Вот такой у меня мегапроект будет, который надо все осуществить. В данный момент буду освещать и быстро показывать все, как что происходит. Я не хочу акцентировать конкретно внимание, как я это все делаю, пилю, варю. Вот. Первые копии сейчас пойдут, уже металл кое-какой у меня есть. Придется ехать еще на чермет, дыбать материал какой-то определенный и уже с него дальше делать все. Вот. Буду показывать в ускоренном виде, и чтобы не отнимать ни вашего, ни своего времени, начну, наверное, с самого простого, с пик, пики, копья, вот. Потом, наверное, перейду на бердыши. Уже дальше будет видно, сколько это займет по времени, вот, и как пойдет процесс вообще сам. Потому что помимо всего этого у меня еще есть куча своих дел, которые я должен делать, плюс развитие дальше музея, в частности. Ну, очень много всего, время идет, надо все это делать. Все, приступаем.
Ну что ж, вот мой заказ лежит, значит, доделанный. Три пики по 3 метра. Вот они. И два копья. Вот они, пики. И два копья. Одно копье. Другое копье. Пика. Одна, вторая с лангетами и просто третья. Вот такой вот заказик у меня. Вот. Радовать теперь будет посетителей. Такая материальная база. Ургомочепальный появится тоже.